Ну вот тебе и Новый год. Никогда не любил этот праздник. Я поссорился с родителями, снова по пустяку. И вот я здесь, мерзну от холода, около забытого фонаря. Да и я, в общем-то, такой же забытый теперь человек, как и этот фонарь. Эти люди, вот куда они спешат? Им нет до меня никакого дела. Наверное, дома их ждут любимые. Ну как вы тут поживаете? Отлично. Сидим весь день, вас ждем. А я вот подарочки связала. Смотри, Леша, тебе. Ой, Люда. Смотри, тебе купил я. Спасибо. Тебе, малыш. Варежки всем. Деткам по варежкам. Это папе. Самый большой, но самый ответственный папа. И, а где Никита? А я за ним могу сходить. Давай побыстрее. Мы же чай сейчас будем пить, да? Да. Я здесь. У фонаря. Нет, в такую погоду нельзя стоять на месте, иначе действительно околеешь. Все говорят, что Новый год – это волшебство. Вот и я должен найти свое чудо. Здесь я чувствую себя по-другому, как-то спокойно и уютно. Сразу так легко на душе, и кажется, что ты счастлив. Кажется, что весь мир твой. Возможно, тут и скрывается то самое волшебство. Никита, ты здесь? Ты опять на этом мосту, тебя дома все ждут. Тетя Нина приехала, на стол накрывают. Я... Ты не замерз? Да нет! Пойдем домой, я не могу без тебя. Новый год – это действительно волшебный день. Я понял, что чудо не в елках, подарках, фейерверках, а в людях. Моя сестра – это человек, который всегда выручает меня. Она мое чудо.